Россия ожидает рекордных урожаев и поэтому готова заменить своим зерном украинское. Об этом заявил сегодня Путин на пленарном заседании саммита «Россия-Африка», который стартовал в Санкт-Петербурге. Мы будем готовы уже в ближайшие месяцы, в ближайшие 3-4 месяца безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской республике, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна. Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителям. При этом, желая подчеркнуть ничтожность украинских поставок беднейшим странам Африки, Путин оценил их объем в 1 000 000 тонн. Однако, исходя из названных им цифр, российская помощь не превысит 300 тысяч тонн. Правда, она будет безвозмездной. При этом в ходе встречи с представителями Африканского союза Путин говорил об экономике и росте торговых связей между Россией и странами Африки, но услышал в ответ недвусмысленное заявление. Мы не собираемся закрывать глаза на проблему между Россией и Украиной, потому что это две страны, с которыми у нас партнерские отношения, и мы можем видеть негативные последствия по всему миру, особенно в Африке. Негативные последствия войны сказались и на самом саммите. На прошлой подобной встрече в Сочи присутствовали 45 глав государств. В этом году в Санкт-Петербурге их всего 17. Тем не менее, на Западе нынешнее мероприятие многие расценивают как пиар-шоу президента Путина. С точки зрения Путина, очень важно показать, что Россия не изолирована. Также это даст России возможность продать африканским странам свой выход из сделки по зерну в Черном море и предложить альтернативы. Такие, как прямые поставки зерна в Африку, инициативу по бесплатному зерну и поддержку местного сельского хозяйства. Зерно и удобрения – важные составляющие российского экспорта в страны Африки. Но есть еще и оружие. В последние годы Россия сохраняла лидерство в поставках вооружений на африканский континент. Ее объемы продаж более чем в 2 раза превышали американские. У России и стран Африки давние связи. Советский Союз являлся для многих из них ключевым партнером в борьбе с колониализмом. Для Кремля это была возможность противодействовать западному влиянию во время Холодной войны. Оказавшись в изоляции из-за вторжения в Украину, Россия продолжает делать ставку на сотрудничество с давними партнерами. Я думаю, Лавров хочет показать, что постзападная внешняя политика России действительно набирает обороты, и он рассматривает партнерство России и Африки как своего рода альянс против усилий Америки и Европы по сохранению однополярного мира. Как результат, лишь около половины из стран Африки поддержали резолюцию ООН, призывающую вывести из Украины российские войска. По мнению экспертов, африканские политики склонны принимать прагматичные решения. Приезд на саммит в Санкт-Петербург – одно из таких. Главный приоритет для собравшихся здесь – это поставки зерна. И, как считают эксперты, по итогам саммита есть вероятность, что старые связи станут еще крепче. Россия пытается расширить свое влияние на страны Африки. При этом больше всего это удалось в случае с Центральноафриканской Республикой. Это связано в том числе с весьма заметной ролью ЧВК «Вагнер» в этой стране. Российские наемники стали весьма серьезной силой в столице страны, а президент страны Фостон Арканджо Туадера – также доверяет им обеспечение своей безопасности. ЧВК «Вагнер» поддерживает регулярную армию и участвует в борьбе с повстанцами. Наемников подозревают в совершении военных преступлений. Россия влияет на ситуацию в стране и с помощью церкви. Подробности в репортаже ДВ. Режис Саин Клервое Мава – человек Русской Православной Церкви в Центральноафриканской Республике. Он перешел из Константинопольского в Московский патриархат в августе прошлого года, через 5 месяцев после того, как Россия вторглась в Украину. Это вторжение обострило международную озабоченность по поводу влияния России в таких странах, как ЦАР, в том числе через такие институты, как церковь. Как вы считаете, в ЦАР в той или иной форме существует огромное влияние России? Россияне исправляют ошибки, которые совершили другие. Например, Франция, которая всегда приносила нам войну. Россия никогда не колонизировала африканские страны. Надо сказать, что Россия прекрасный партнер в плане безопасности. Особенно для нашей страны, которая находится в самом сердце Африки. И нам по-прежнему угрожают повстанцы, террористы. Мы счастливы, что наша страна находится в партнерстве с Россией. Фудилха.
Режис обучался ведению литургии в Москве. Его церковь здесь спонсируется РПЦ. А вскоре еще два семинариста из ЦАР отправятся на учебу в Санкт-Петербург. Считается, что четверть жителей Банги являются прихожанами Русской Православной Церкви. Я не чувствую влияния именно России, потому что это церковь, которая учит нас истине. И потом, литургическая доктрина хороша. Есть несколько вещей, которые я раньше не усвоила. Сейчас у меня открылись глаза, чтобы понять истину и правильный путь. В то время как российская ЧВК «Вагнер» защищает президента Фостен Арканджа Туадеру, а бронзовые бойцы ЧВК смотрят сквозь прицелы на столичные улицы, здесь, в Банги, люди не высказываются критически о влиянии или действиях России. Либо они слишком напуганы, либо ценят относительное спокойствие. Я знаю, что раньше здесь была римско-католическая церковь, которую сменила Русская Православная Церковь. И с ее появлением мы чувствуем, что в нашей стране появилось российское влияние. Если это влияние может принести безопасность, мир и развитие в нашу страну, то это то, чего хотят все жители Центральной Африки. Центральноафриканская республика пережила десятилетия войн, и для многих ее жителей уже не имеет особого значения, кто управляет безопасностью или контролирует церкви. Относительной стабильности уже достаточно. На полях саммита «Россия-Африка» активно обсуждается ситуация в Нигере. Эта страна оказалась сейчас в центре мирового внимания. Там произошел военный переворот. Президента страны Мохамеда Базума сместила собственная гвардия. Ее численность не превышает 1000 человек. Путчистов уже поддержала и армия. Военные заявляют, что не допустят иностранного вмешательства в конфликт. Подробности в нашем сюжете. Стрельба у президентского дворца Нигера. После того, как президент Мохамед Базум был задержан силами собственной гвардии. Затем последовало обвинение. Военные Нигера свергли избранное правительство Базума. Мы – силы обороны и безопасности, входящие в Национальный комитет спасения народа, решили положить конец существующему режиму. Это решение принято из-за ухудшения ситуации в области безопасности, плохого экономического и социального управления. Задержание президента вывело его сторонников на улицы столицы города Ниамей. Мы недовольны происходящим. Мы молодежь, и мы идем, чтобы показать всем этим военным, что они не могут вот так просто взять и захватить власть. Мы демократическая страна. Мы поддерживаем демократию, и нам не нужны такие движения. Мы здесь, чтобы защитить демократию. Мы здесь, чтобы защитить республику. Мы здесь, чтобы показать нашу приверженность верховенству закона и сказать «нет» любым попыткам захвата власти силой. Президент Базум был избран в 2021 году и возглавил страну, погрязшую в нищете и экономической нестабильности. Это был первый мирный переход власти после целой череды военных переворотов в Нигере. Международное сообщество, включая Африканский союз, ООН, ЕС и США, осудило этот шаг и потребовало освободить захваченного президента. Генеральный секретарь внимательно следит за ситуацией в Нигере. Он самым решительным образом осуждает любые попытки захватить власть силой и подорвать демократическое управление, мир и стабильность в Нигере. Генсек призывает все заинтересованные стороны проявлять сдержанность и обеспечить защиту конституционного порядка. Организация Объединенных Наций поддерживает правительство и народ Нигера. Нигер является важным союзником Запада и оплотом стабильности в африканском регионе Сахель. В соседних Мали и Буркина-Фасо за 3 года произошло 4 переворота, и они ведут борьбу с исламскими боевиками. Но теперь политическая нестабильность пришла и в Нигер.